Процедура тайного голосования прошла в рамках 20-й отчетно-выборной конференции партии. За действующего мэра проголосовали 79 из 84 зарегистрированных делегатов. Также партийцы избрали политический совет. В него вошли 20 человек, в том числе молодежь, предприниматели, педагоги, общественники, деятели культуры. Стояла задача максимально обеспечить представительство всех слоев населения. В местном отделении заверили, что продолжат отстаивать интересы города в рамках общего политического курса развития страны. Сегодня в стране, в крае, в городе ощущается стабильность, которая достигнута благодаря сильному президенту, правительству, сильному губернатору и персональной команде управленцев. Наш президент в ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации подвел итоги уходящего года, поставил конкретные задачи перед обществом партии «Единая Россия» определить свое участие в их реализации, долг каждого из нас, члена партии. Одним из главных итогов уходящего года анапские единороссы называют избрание в Госдуму своего однопартийца Ивана Демченко. Анапа входит в его округ, именно здесь он набрал самый высокий процент голосов по сравнению с другими территориями.